Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Папка пришел домой, и пора запилить видосик. В этом выпуске мы обсудим второй скилл Свена. Ну, что-то типа родного сплэш урона. Давайте сначала глянем, как он работает. Бьем цель, идет сплэш урон и дамажит соседей. Вот вы видите, да? Но! Есть одно но. Далеко не все знают, что сплэш урон игнорирует броню соседних юнитов и их магическое сопротивление. То есть смотрите, что же это значит. Когда мы бьем врага, идет сплэш урон. И потом он не дефается бронёю и магическим сопротивлением. Особенно это актуально, если собрать Свену БФ. Наблюдаем. Именно поэтому, кстати, собирает несколько БФ для Эмбер Спирита. Только именно для этого. Собираем один БФ. Атакуем. Теперь смотрите. Вот вы видите, да, что соседям нанесло больше урона, нежели атакуемой цели. Ну, я согласен. Не идеально видно. А теперь давайте соберем еще один БФ. Смотрите внимательно. Я бью цель. Соседям наносится гораздо больше урона, нежели атакуемой цели. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.